Я Инна Халбыкова, работаю здесь второй год. Приезжаю, хороший коллектив, хорошая работа. Бывает тяжело, правда. Надо быть очень внимательным. Музыки есть разные, есть быстрые, есть медленные. Надо быть очень внимательным, смотреть. И люди по-разному ездят. Может быть, ты внимательный, но остальные новенькие хотят скорости. Такой у меня был случай не очень приятный. Ну, ничего, хорошо, все обошлось. Обязательно должна быть каска. Она очень выручает, спасает. Бьются головами много, и обрыгала, и все. Поэтому обувь, каска – это обязательный атрибут, который должен быть. Ну и опять же, быть очень внимательным, когда управляешь музыкой.